Я Надежда Игоревна Остраушко, начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Воронежской области. Рада приветствовать вас сегодня и позволю себе снять маску для того, чтобы меня было лучше слышно. Дорогие друзья, я хочу прокомментировать ту ситуацию, которая сегодня сложилась по коронавирусной инфекции и вызывает очень много вопросов и некий ажиотаж граждан в связи с удорожанием таких продуктов питания, как имбирь и цитрусовые, в частности лимоны. Хочу отметить, что, безусловно, для лечения коронавирусной инфекции и ее осложнений используются этиотропные препараты и препараты интерферонового ряда. Поэтому я хочу развеять миф и эти заблуждения, которые сейчас посеялись среди населения о том, что имбирь и лимон являются средствами лечения от коронавирусной инфекции. Поверьте, это не так. В интернете вы видите много различной информации, но это тоже все неправда. Эти средства хороши, как средства, укрепляющие иммунитет.